Всех приветствую. Сегодня у меня вот такая распаковка. Перед просмотром зайдите, там внизу ссылка на EPN сервис. Это кэшбэк. Если вы заказываете через него на Алиэкспрессе, например, там 10% возвращаются товары. На других я не знаю, обычно только с Алиэкспресс заказываю. Но в этом сервисе очень много магазинов. Так что зайдите, не пожалеете. Вот недавно заказал себе экшн-камеру. Я не помню, сколько она. В долларах. Но вернули почти $6. Так что довольно неплохо. Заказывал пылесос, но я об этом уже говорил. За него вернули мне $10. Так что обязательно регистрируйтесь и покупайте товары с помощью этого сервиса. Ладно, как всегда, начну с самой маленькой посылки. Кстати, у меня 100-й выпуск уже, который я снимаю. На самом деле у меня намного больше посылок было. Потом решил снимать. Думаю, а что? Почему бы и нет? Так, что у нас такое? Колечко какое-то. Это я супруге. Колесо все власти, что-то здесь написано, оно отсвечивает. Ну, это не суть, это мне такое неинтересно, но порадую. Кажу золото. 8-й размер. Так, ладно, дальше. Здесь что-то интересное выпало. Так. Я знаю только, что в последней посылке лежит. Что ли я? О! Мне вот почему-то понравился вот этот ролик. Он там какие-то вообще копейки стоил. Это распродажа была. Вроде как на Жуме его заказывал. На вид он был такой очень милый. Такая вот игрушка, которую супруге подарю. Доровский, да? Тут глаза какие-то странные, красные. Видно было лучше. Красиво. Ладно. Что у нас тут дальше? Вот здесь что-то такое висит. Фонарик. Не знаю. Так, в коробочке запакован. Питер. Ага, это колонка. Ух ты! Смотрите, она еще мало того, что она вешается, она еще прилипается. Интересно. Так, включаем. О! Включилась. Я попробую законнектить телефоном. Нашел, и вот она, БТС-6. Посмотрим. Ну вот, смотрите. Ну, звук так себе. Сейчас сделаю потише. Ну, в принципе, удобная вещь. Например, смотришь кино, ну, или слушаешь музыку на компьютере. А с собой можешь посуду, но если рядом положил или на шею повесил. Или вот к аквариуму лепил. Видно? Все удобно. Сейчас пойду я. Ну попозже, я жене его настрою для компьютера. У нее колонок нет. Ладно. Зачетная вещь. Мне реально понравилось. Там впереди еще пару колонок. Но они немножко другие были. Тоже блютусные. Стоило, не помню, там несколько сотен. Ну, цена очень хорошая. Ага, вот я заказывал носки. 7. Ну тут 7 пар. Стоили 150 рублей, что ли. Без запаха. Очень мягкий на ощупь. Очень хороший. О, видите, это с компьютера, с телефона. Так, носки, тут у них, они пронумерованы, первая, смотрите, тут еще коробочки, наушники, я обнаружил такой держатель, и зарядное устройство,
все. Так, что? Все, больше здесь нет ничего. А, нет, что-то типа инструкции. На импортном языке, опять же. Ну, тут характеристики, смотрите. Колонка хоть копеечная, но... Ну, сойдет, в принципе, да. И звук я проверял. Кстати, там сейчас жена слушала, нормально. Интересно, конечно. У них нумерация тут. Ну, и перепутать, то в какой день одевать. В принципе, да. Очень хорошая. Я ее... Кстати, дам ссылку на эти носки. Обязательно посмотрите, может, кому понадобится. Это, кажется, то ли Жума, то ли Спандау. Но это не с Алиэкспресса. Так, и вот у меня... У меня сегодня с Алиэкспресса, наверное, нет ничего. Вот он, чехольчик на велосипед. Ё-моё, вот здесь он чёрный. А, да. Так, смотрите. Дырочка зачем-то? Две дырочки. Так, а тут стяжка. А, это, скорее всего, да, удобно сделано, чтобы пристёгивать сюда, раз, и колесо. Сейчас пойду примерю на велосипед. Все, он закрывает весь велосипед. В принципе, ткань хорошая. Надеюсь, нам хватит. Со скидкой тоже покупал. В этом неделе начинаю... Ну, в принципе, с ним с маленьких начинаю. Какие-то вообще грузы. Итак. О! Чехольчик у нас тут для телефона. Так. Для шестерки. Xiaomi 6. Так, ссылку мы либо дам в описании. Ну, какой-то тоже не очень, не шибко дорогой был. Так, сейчас я его... Это не себе, это чтобы вроде заказывал. Так, что мы тут имеем? Вообще без запаха. Кстати, вообще запаха нет. Такая штуковина. Так. Веревочку сюда. Ставлю. Вот такая легенькая посылочка. Кстати, красивый футляр. Только это какой-то значок. Вот у меня такой. Так, чуть больше моего. Ну, в принципе. Так, беру телефон, супруги, вытащил из старого чехла, вставляю новый. Итак, смотрите, подходит идеально. Камера, подсветка для этих отпечатка пальцев. Кстати, значок здесь тоже самый, как здесь, так и на старом футляре. Ну, в принципе, вот сегодняшними распаковками доволен. Особенно мне понравилась колонка и умилил вот этот зайчик. Все, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про скидки на EPN сервисе.